Астрологический прогноз для крыс на 2024 год. Новый 2024 год по китайскому календарю пройдет под покровительством одного из самых импульсивных и непредсказуемых мифических существ. Дракон – властный и опасный, поэтому период обещает быть насыщенным интересными и яркими событиями. Китайцы считают, что кроме многочисленных обновлений, хозяин года принесет также благополучие и удачу. Чего стоит опасаться? Решений, принятых на скорую руку. Конфликтов с родными, отношения могут испортиться на долгие годы. Финансовых потерь из-за мошенников. Эмоциональной нестабильности. Смены профессиональной деятельности. Различных ситуаций, испытывающих на прочность. Люди-крысы по восточному гороскопу всегда умеют находить выход из любой, даже очень сложной, ситуации. Поэтому неприятности смогут обратить в свою пользу. А хозяин года им в этом обязательно поможет. Увольнение с работы обернется устройством на другую, более денежную и интересную. Любая вынужденная командировка превратится в интересное путешествие. Прогноз на 2024 год для мужчины. Крысам-мужчинам следует приготовиться к быстрому принятию решений. Гороскоп говорит, что складывающиеся обстоятельства не позволят долго анализировать ситуацию. Поэтому не исключены сожаления о содеянном. Но любая беда обернется в пользу. Особую опасность будут представлять завистники, которым не дают покоя успехи на профессиональном поприще. Возможно, потеря работы в результате их интриг и сплетен. Мужчины, рожденные в год крысы, в 2024 году ощутят необходимость в самореализации. Этот период идеально подойдет для обучения новым навыкам или смены сферы деятельности. Но для достижения успеха потребуется запастись терпением. Звезды не советуют бросаться в новые предложения, сломя голову. Особенно это касается сомнительных авантюр. Такие решения могут стать причиной серьезных финансовых потерь. Позитивный астрологический прогноз на 2024 год в любовной сфере. Дракон – чувственное существо, поэтому период его властвования будет наполнен романтикой и эмоциями. Много встреч, знакомств и страсти. Одинокие холостяки могут найти настоящую любовь. Прогноз для женщин на 2024 год. Гороскоп для женщин-крыс обещает интересные события и достижения. Особенно это касается профессиональной деятельности. Возможно, открытие своего дела. Дракон благоволит настойчивым людям, которые занимаются творчеством. Поэтому любые начинания можно смело запланировать на начало года. Женщинам-руководителям будет сопутствовать удача. Они смогут легко наладить работу коллектива для достижения поставленных задач. Поможет им в этом природная харизма и умение красноречиво излагать свои мысли. Первые несколько месяцев года лучше посвятить саморазвитию, например, записаться на тренинг или мастер-класс, который откроет секреты успешных руководителей более высокого ранга. На любовном фронте много изменений будет в конце года. Семейных дам ждет обострение накопившегося напряжения с супругом. Конфликты могут стать причиной разрыва или, напротив, после кризиса отношения только укрепятся. Звезды советуют не допускать эмоционального выгорания и чаще отдыхать. Любовный прогноз. 2024 год пройдет под эгидой одного из самых страстных существ китайского гороскопа. Поэтому обещает быть чувственным и насыщенным различными событиями в любовной сфере. Представители знака, у которых уже есть семья, могут столкнуться со сложностями и недопониманием со второй половинкой. Все налаживаться начнет только ближе к концу года, когда влияние дракона начнет ослабевать. Причиной разочарований для свободных крыс могут стать многочисленные знакомства и свидания, большинство из которых ни к чему серьезному не приведут. Поэтому звезды не рекомендуют изначально строить иллюзий и трезво оценивать каждого партнера. Не стоит играть с чужими чувствами, не нужно давать ложных надежд или обманывать. Предательство дракон не прощает и может наказать за это. Благоприятен период для заключения брака. Китайцы считают, что такой союз принесет благосостояние, мифическое существо одарит его счастьем. Финансовый прогноз. Внезапное увеличение дохода в 2024 году ждет только тех представителей знака, которые решатся на серьезные перемены и работу над собой.
Дракон будет благоволить настойчивым людям, целеустремленным и вкладывающимся в себя свое образование. Период будет наполнен различными авантюрами, но они не принесут ожидаемый доход, а лишь разочарование. Даже если знакомые предлагают верную схему, желательно обходить ее стороной. Вместо поиска мгновенной выгоды, лучше задуматься над увеличением финансовой грамотности, если есть кредиты или долги. 2024 год – это идеальный период для улучшения своего благосостояния. Но для этого придется много работать и учиться, чтобы тяжелые времена остались в далеком прошлом. Не исключен выигрыш в лотерею, но все ставить на спонтанную прибыль не следует. Карьера в 2024 году. Для карьерного роста стоит задуматься об обучении или курсах повышения квалификации. Особенно это касается тех, кто долго занимает одну и ту же должность и чувствует себя недооцененными. Укрепить авторитет и повысить свою значимость для руководства помогут тренинги. Стоит проявить решимость и заявить о себе, когда будет уверенность в том, что навыков и знаний точно хватит, чтобы справиться с новой должностью. В начале лета для некоторых наступит тяжелый период. Возможно, сокращение или увольнение. Стоит расценивать это событие лишь как трамплин для взлета и возможность сменить сферу, попробовать свои силы в чем-то новом. Если есть хобби или подработка, можно смело пробовать себя реализовать в этом. Здоровье. Астрологический гороскоп на 2024 год обещает крысам крепкое здоровье. Мощный эмоциональный подъем представители знака могут ощутить в начале весны. С его помощью можно решить множество задач. Поток, направленный в мирное русло, позволит добиваться поставленных целей, но при этом может ударить по организму, если допускать постоянные перегрузки. Несмотря на ощущение наполненности энергией, нужно регулярно проходить обследование и не предотвращать обострение хронических заболеваний. Предостерегают звезды в 2024 году любителей заниматься экстремальными видами спорта. Возможны серьезные травмы, переломы. Для некоторых это станет тем самым знаком для смены деятельности. В год дракона, когда одна дверь закрывается, обязательно откроется другая. Главное во всем происходящем увидеть те самые возможности двигаться дальше.